В Магадане почти нет человека, незнакомого с творчеством ансамбля народных инструментов «Метелица». Этот коллектив уже более полутора десятка лет неизменно удивляет и радует как своего постоянного почитателя, так и всякого нового слушателя, впервые знакомящегося с русским народным искусством. Подробности в материале Игоря Дадашева. 17 лет вдохновенной творческой работы принесли этому ансамблю заслуженное признание и любовь публики. Среди его участников крепкие профессионалы, педагоги магаданских музыкальных школ и колледжа искусства, а также артисты музыкального театра. В разные годы солистами «Метелицы» побывали звезды нашей опереты, заслуженная артистка России Мария Леонова, Людмила Анисимова, Юрий Филипчук и Оксана Плеско. Нынче вместе с ансамблем поют не менее блестящие вокалисты Камелия Герасимова и Владимир Дмитриев. Основателем и первым руководителем ансамбля был известный в Магадане музыкант, композитор и аранжировщик Александр Хухлаев. Его несомненной заслугой является не только ставшее фирменным особое звучание «Метелицы», но и дружный сплоченный коллектив. Традиции Александра Ивановича продолжает его преемник, нынешний дирижер ансамбля Ирина Николаева, что с особой благодарностью отмечают ее коллеги-музыканты. Во-первых, состав коллектива стал намного больше. Очень много молодых музыкантов. Посмотрите, какой интересный репертуар у них. Разноплановые, они работают и с детьми, и с подрастающим поколением, и со взрослыми, и уже маститые солисты, вокалисты поют с ними. Очень интересная программа, и, конечно, все от руководителя зависит. Она сама на сцене, посмотрите, как стоит, веселая, радостная, приятно очень. Растет интерес молодого поколения к творчеству ансамбля русских народных инструментов, что весьма отрадно. Ведь душа народа сокрыта в русской песне. Я думаю, это именно душевная песня. Что-то такое, что трогает душу. Или, может, мурашки по коже идут. Или запоминается надолго. Яркие образы рождает. Имеет такой глубокий смысл. Отчетный концерт популярного ансамбля народных инструментов «Метелица» снова собрал полный зал, явив профессионализм и яркую индивидуальность каждого музыканта, а вместе с тем подлинную любовь к русской народной музыке. Игорь Дадашев, Павел Степанов, «Эхо дня».